Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Итальянцы ищут в Кире площадку для сырного завода. В регионе хотят делать аналог пармезана. Об этом рассказали во время визита в Киров представители инвестиционной группы из Флоренции. Как пишет «Навигатор», во время прошлого визита специалисты взяли пробы молока в нескольких хозяйствах на востоке области. Качество сырья их устроило. В августе на базе одного из молокоперерабатывающих предприятий итальянцы планируют осуществить несколько пробных варок сыра. Их результаты возможно будет оценить в феврале 2018 года, если они устроят итальянских предпринимателей. Они будут вести речь о создании в Кировской области сыроваренного завода. Программа «Экономика». Инфляция в мае составила 0,5%. Об этом сообщает Кировстат. По его данным, цены на продукты за месяц выросли на 1%. На непродовольственные товары снизились на 0,2%. На услуги повысились на 0,9%. По сравнению с декабрем прошлого года, в мае инфляция выросла на 1,5%. По сравнению с маем 2016-го на 3,5%. «Экономика» на 101 FM. Стать предпринимателем можно со скидкой 30%. В Кировской области госпошлина для оформления ИП снизилась. Об этом сообщает Кировское управление налоговой службы. По его данным, скидка доступна при пользовании порталом госуслуги. Вместо 800 рублей нужно будет заплатить 560. Скидка будет действовать для тех, кто оформляет ИП до 1 января 2019 года. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня стоит 56 рублей 91 копейку. Курс опустился на 9 копеек. Евро стал дешевле на 1,6377. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.